На пресс-конференции команда ростовских гребцов в полном составе. В большой команде из 10 человек – олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Они завершили карьеру, но не потеряли страсть к воде и спортивный азарт. Так родилась идея провести 45 часов наедине со стихией, пройти 300 километров по Черному морю исключительно за счет мускульной силы гребцов. Цель – поставить сразу 3 рекорда – 2 мировых и 1 российский. Команда пойдет на пятиместной лодке, предназначенной для прибрежной гребли от турецкого Трабзона до Сочи. Двигаться будут в режиме нон-стоп со средней скоростью до 12 км в час. Больше полугода спортсмены готовились в Таганрогском заливе, ежедневно проплывая сотню километров, и теперь готовы вступить в нешуточную схватку с водной стихией. От 40 до 60 часов планируем идти. Все зависит от погоды, потому что, вот, скажу так, недавно была тренировка у нас в Таганроге на Азовском море. Был сильный ветер, шквалистый. Мы почти полтора часа стояли на одном месте. То есть мы гребли, упирались, но мы почти полтора часа, вот, ну, чуть-чуть передвигались. Это было крайне сложно. Команда продумала все. Обеспечивать безопасность будет специальный катер, который будет сопровождать гребное судно на всем пути. Но бороться спортсмены будут не только за право оставить свой след в истории. Своим невероятным водным путешествием они хотят привлечь внимание к гребному спорту. На нашем ростовском гребном канале дети подбегают, спрашивают, как у вас, когда вы идете. Конечно, это очень приятно, и хотелось бы, чтобы больше детей занималось спортом. Финальную тренировку гребцы проведут уже в Турции. На встречу мировым рекордам команда отправится ориентировочно в пятницу-субботу. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.